Всем привет! Адиманди от Ганза. Премиум качество, особая линейка. Этот нож, можно сказать, легенда. Китайцы дали возможность нашим мастерам, нашим ножевым романтикам, вот, видимо, по принципу какого-то конкурса, и лучший чертеж ихний вот воплотился вот в таком замечательном ножике. И вот этот его автор, Скимин Руслан, смотрит на нас такими вот хитренькими глазками опытными. Ссылка на нож в описании под видео, заходите, знакомьтесь. Давайте начнем с веса. Все-таки большинство наших ножевых взглядов упирается в какие-то рамки современной моды EDC, да, вот этой, ну и заодно категории веса, да, это 120 грамм, вес, в принципе, наверное, пограничный для ножа такого размера, длина клинка здесь 85 миллиметров, друзья, и давайте, конечно же, признаемся, что он особо выглядит, это спиртпоин, это редко применяется, ну, как редко бывает, конечно, но такая копьевидная форма клина, она как бы универсальна, но все-таки для большинства задач этот укол мало востребован. Опять же, в рамках EDC больше нам нужны резачки. И тут об этом тоже позаботились, потому что спуски здесь высокие, и, в принципе, режет он неплохо. Мы сейчас посмотрим дальше. Скимин дизайн, не формат, D2 сталька. Нож качественно сделан, обратите внимание на подводы, обработочку клина и на острие, друзья. Острие у нас очень деликатное, причем толщина клина максимально 3,5 мм. И вот с таким острием это рискованно. Можно было немного усилить его, пишите в комментариях. И дальше мы переходим к рукояти, друзья. Когда-то давно я у своего товарища увидел этот нож синего цвета, покрутил в руках, да, я о нем уже слышал на тот момент, но мне не понравилась клипса, друзья. Вот сразу же я вот эту вот тонкую часть счел неэффективной в плане посадки на карман, на ткань, и это так и есть, немножечко лучше бы ее подогнуть. Если это сделать, все проблемы дальнейшие мы минуем. Так, кто не понял клипса, что у нас в одном положении, друзья, ну, поэтому такая вот ситуация. Достал. Раз, в принципе, все довольно близко, логично и быстро. Так, ребят, я извиняюсь за музыкальное сопровождение такое. Когда я дал этот нож брату, он говорит: Женя, а зачем вот этот выступ здесь? Он же сокращает длину клина. Пишите в комментариях, друзья, зачем этот выступ именно вот здесь? Может быть, его ближе к оси можно было сместить. Давайте поговорим о механике. Здесь у нас стальной подшипник идет, да, стальной подшипник, не керамический. Фрейм, конечно же, давайте поближе покажу конструкцию. Насечки здесь нет, но есть выборка удобная для нажимания. Вот. Механика вполне нормальная. И обратите внимание, как я люблю, здесь у нас на плавничке есть насечка. Так, вот, друзья, облегчение у нас идет, видно вот в этой части нижней. И тут у нас 6 выборок круглых. Стеклобой у нас керамический, друзья. И в конце спейсера можно завести для темлячка, отверстие есть. Удобен ли этот нож? На кармане он лежит отлично, не беспокоит ногу, жопу, кто где вешает. Значит, у нас довольно цепкая здесь G10, но она никак не раздирает карман. Ну, в руках ее ощущаешь, то есть сцепление хорошее. Тут нож относительно тонкий, никаких тут выступающих, беспокоящих карман и так далее элементов нету. Клипса тоже, как я показал, лежит очень плотненько и низенькая она. Все довольно сбалансировано. Да, и при этом хватит, друзья, в привычном, ничего нам особо не мешает, но если большая рука, друзья, вот это вот возвышение будет давить ваш большой мизинец, поэтому, может быть, крупным не надо его покупать, а вот обратным хватом вполне все хорошо бы было, если бы фалангу не встречал вот этот вот довольно-таки язвительный стеклобой, ощутимый очень хорошо при должном, нормальном усилии, как бы, фаланги. А так, в принципе, все отлично, закрывается, летает. Нож необычный, немного такой горбатый, да. Вот эта рукоять, она не зря такая. То есть она чуть выше клина получается и выгоднее распределяет нагрузку, клин ниже и помогает резать таким образом.
Вот. Ну и клин бескомпромиссный. То есть на укол для, не буду говорить там для самообороны, даже не хочется употреблять это слово, но в принципе, ну на укол, ну это такое уже, тотальные какие-то варианты использования. Уколы эти, наверное, даже не будем говорить о них. Вот, очень большой плюс использования, применения вот таких цветов просто. Ну, неужели другим конторам тяжко добавить красный или природно зеленый цвет травы, да, какой-нибудь ядовитый. Желтый он, пожалуйста, лимон лежит. Ну ладно, все, всем пока, ссылка на нож в описании, пожалуйста, заходите, смотрите, наполни свою коллекцию, обогатить вот этим вот авторским ножом, я считаю, ну как без него, это почти как уже Ontario Red 1 у нас. Ну и в анализе этого ножа еще не нужно забывать, что Руслан, уважаемый, при создании ножа, ну, основывался, где-то так опирался на решение того времени. Сейчас уже вот бурно рывок развития ножевого и много уже новых идей, может и материалов каких-то, вот систем даже, поэтому все-таки вот это нож того времени еще, вот, потому что время быстро идет.